Добрый день, уважаемые зрители канала магазина спутникового оборудования satmarket.com.ua. В этом видео мы расскажем о новой модели цифрового эфирного Т2 ресивера марки EuroSky ES12. EuroSky ES12 – новая интересная модель Т2 ресивера от популярного производителя спутникового и эфирного цифрового Т2 оборудования марки EuroSky. EuroSky ES12 является продолжением уже успевшей зарекомендовать себя отличной и дешевой модели EuroSky ES11, только теперь в более компактном и симпатичном корпусе. EuroSky ES12 также продолжает традиции компании в плане соотношения цена-качество. Цена EuroSky ES12 все так же невысока. Поддерживает форматы DVB-T T2, MPEG-2, MPEG-4, H264, что позволит без проблем принимать и смотреть любые каналы цифрового эфирного Т2 вещания, а также использовать EuroSky ES12 как медиаплеер. EuroSky ES12 имеет маленький пластиковый корпус с дисплеем на передней панели. EuroSky ES12 лишился кнопок управления на лицевой части. Наличие USB-порта позволяет купить EuroSky ES12 не только как Т2 приемник, но и как неплохой медиаплеер, воспроизводящий с накопителя мультимедийные файлы и записывающий телепрограммы по PVR и TimeShift. В Т2 приемнике присутствует телегид по программам на 7 дней. Реализовано многоязычное меню. Внешне и внутренне Т2 приемник EuroSky ES12 получился очень удачным. Он занял отличную ценовую нишу на рынке эфирного Т2 оборудования, имея отличную цену, качественную сборку и будет радовать своих обладателей долгое время. Поставляется ресивер EuroSky ES12 в фирменной коробке. Выполнен ресивер в пластиковом корпусе. На нижней и боковых частях находятся вентиляционные отверстия для охлаждения ресивера. На передней панели, выполненной из глянцевого пластика, расположен цифровой четырехзначный дисплей. На одной из боковых сторон находится выход USB и многофункциональный разъем IR, SPD и F для подключения выносного инфракрасного приемника или цифрового звука. На задней панели ресивера EuroSky ES12 находится антенный вход, антенный выход, цифровой аудио-видео выход HDMI, аналоговый AV-выход, выход для подключения внешнего блока питания напряжением 5 вольт постоянного тока. Стоит отметить, что ресивер EuroSky ES12 лишен поддержки кодека AC3 Dolby Digital. В комплект поставки входит удобный эргономичный пульт дистанционного управления, батарейки к пульту, аналоговый кабель, мини-джек на 3 RCA, блок питания 5 вольт 2 ампера и инструкция. Цифровым аудио-видео кабелем HDMI ресивер EuroSky ES12 не комплектуется. Его можно приобрести отдельно в нашем магазине.